Ну попробуй аккуратно просто ее. Плыви, плыви! Аккуратно, тут. Тут мины. Пиво! Паша, пиво! Я не могу выбросить! Отпусти! Андрей, смотри, что там происходит! Нет! 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 Может быть, ее там уже нет! Реально нету! Нет, есть! Нет! Да уж, друзья, сегодня мы с вами отправимся на самое дно и сыграем в новую Little Company. Ребят, всем огромный привет, с вами, как всегда, Олег Кофе, и сегодня ко мне в руки попала новая игрушка под названием Murky Divers. Это та же самая Little Company, но только под водой. Мы выступаем в роли обычных контрабандистов или каких-то мусорщиков, задача которых собирать подводный мусор на заброшенных станциях. Времени дается на все про все ровно 8 минут, и через 8 минут, если мы не успеем завершить нашу вылазку, приплывет полиция. Наша главная задача — добывать различный мусор, но особенно ценятся всякие части тела, которые почему-то валяются в этих подводных станциях. Ну да, самая главная проблема заключается не в этом, а в том, что все эти станции кишат всякими различными подводными монстрами. Все как в Little Company, и эти монстры, конечно же, хотят нас убить. Игрушка нереально крутая и очень смешная, так что я уверен, вам точно понравится. Не забывайте прожимать кнопку лайка, подписываться на канал, подписываться на телегу и подписываться на второй лайв-канал. Ну а мы начинаем. Погнали! Ну чё, команда, добро пожаловать на борт нашего судна. Давайте изучать и смотреть, что у нас тут имеется. Так, о, ванна. Давай, давай. Есть подводная ванна. Подвода, мы находимся. Он реально душ принимает. Гигиену надо соблюдать всем, сами прекрасно понимаете, да? А реально, нифига себе. Может, это неспроста, может быть, это реально нужно будет чиститься постоянно от чего-то, а? Так, я вижу, у нас есть какой-то торговый автомат с предметами, мы можем покупать... О, корзины, смотрите, продуктовые есть. Но это все стоит денег. Денег у нас нету. Так, подожди, я сдаю... Ну-ка, это управление, подожди. А как встать за него? Подожди, как-то надо встать. А что за звездочки? Это типа как в GTA или что? Походу, я пока не понимаю. Подожди, а как взять управление корабля на себя? Пацаны, смотрите, я сел. Я управляю судном. Право руля. Там, Олег. Лево руля. Олег, да. Олег, локатор, могу сказать, что будет, если что будет. А ну-ка, подожди, дай посмотрю. Подожди, это что у нас такое? Подожди, это noise level. А, подожди, мы прям плаваем на субмарине, я правильно понимаю? А ну-ка, дай посмотреть. Да. Здесь у нас навигация какая-то, да, здесь у нас тоже. А подожди, можно реально посмотреть как-то, что у нас снаружи происходит вообще или нет? Это сонар, не сонар, знаю. Смотри. Могу что-то делать? Нет. Подожди, дольфин, Олег, дельфин. Олег, это сабнатика, три сабнатика. Это не сабнатика. Ой, подожди, левиафаны какие-то. Так, подожди, мне интересно посмотреть. Подожди, у нас есть что-то? О, тут можно, смотрите, на якорь можно. Левиафан, может, тут еще и шнырь есть? Не, подожди, а тут что-то как-то можно посмотреть просто через подзорную трубу, что у нас снаружи происходит или нет? Меня вот это интересует больше всего. Давайте, смотри, стоп, вот тут на якорь можно встать. Давайте попробуем на якорь встать. Я опускаю рычажок. Давай. А как его опустить? Где? Как это сделать? Может, WS. Подожди, не работает. Потому что интересовался, называется перископ, да? Типа перископ посмотреть? Ну да. Нет, такого нет. Вот это что такое? Я нажал на кнопку какую-то. Что-то происходит? Нет? Вот тут аптечку можно взять? О! Ой, блядь! Фига себе, магия! Смотри! Паш, подплыви, на кнопку нажми просто. Прикольно, слушай, прикольно. Так, здесь, кстати, вот это окошко похоже как в Little Company, чтобы продавать предметы. Так, надо понять, как нам высадиться вообще, чтобы могли искать предметы на продажу. Здесь же смысл игры заключается вот в этом же как раз таки. А вот, я ускорил, смотри. За штурвал кто-нибудь сядьте просто, за штурвал сядьте. Пускай Андрей, у него есть права. Андрей, слышь, сядь за штурвал. Кто? Подожди, кто скорость снизил? Стоп, останови, 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 останови. Ой, я сел, я сел за штурвал. Что произошло? Мы въебались, походу, Олег. Стоп, 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 налево, лево руля, лево руля. Лево руля, лево руля, лево. Лево руля, стоп, остановиться, стоп, чуть правее, чуть правее. Стоп, вот тут, стоп, 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 стоп. Да какой стоп, только вперед, Олег. Я бросаю якорь. Они бросаются, якорь. Почему не бросается якорь? Подожди, я потому что полный. Подожди, халтуюсь, врек эксплей, ага. Так, а во-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 
Проверить, проверить. Стоп, 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 стоп. Остановочка, остановочка. Все, по тормозам, пацаны. Теперь бросаем якорь. Давай. Во, смотри. Хорош. Добро пожаловать. Научились, парни. Все. Первая вылазка. У нас есть 8 минут. Куда? Мало. А куда? А, вот здесь кнопку, походу, ебаш, нажать надо. Так, во-первых, хилочка. Открывай дверь, давай, погнали. Вот, все, подожди, открывается. Пацаны. Плывем. А как фонарик?
А мне кажется, у нас нет фонаря, у нас же денег нету. Фига себе, у нас субмарина, пацаны. Фига себе. Погнали, слышите? Короче, смотрите, в чем прикол? Это та же самая Lethal Company, только под водой. Наша задача, нам нужно предметы вытаскивать. Отсюда находить всякие раз. О, мины. Посмотри, подплывите к мине, может, ее забрать можно? Давай аккуратно. Ну, попробуй аккуратно просто ее. Плыви, плыви. Так, я понял. Капец. С минами лучше не шутить. Давай, давай, погнали, Андрей, за нами, погнали за нами. Это что такое? Для ножки дрыща. Смотри, Олег, это что такое? Ручки. Это что такое? Это ручки. Ох, блин! 40 хп уже. Нормально вообще? Нормально. А мне тоже 40. А я на корабль, все, всем пока. Так, слышь, Андрей, я пойду, я быстро вернусь на корабль, захиляюсь, у меня очень мало хп, 40. Я реально, я сейчас давай, просто, мне кажется, давай, еще одна встреча с таким монстром, и это все, и это габелло. Не, а прикиньте, здесь кракены есть какие-то, я не знаю, акулы какие-нибудь. Так, Паш, получилось, да? У нас 8 минут всего лишь. Нам надо торопиться. Олег, я вот ручки нашел с ценником. Подожди. Оставляй это пока здесь, оставь это пока здесь. Мы это будем потом продавать. Вон назад еще. Давай, конечно. Мне кажется, здесь подводный комплекс очень большой на самом деле, как будто бы. Главное не натыкаться на животных каких-то, да, на вот этих рыб, которые здесь обитают, или кто здесь у нас. Так, Андрей, это где? Да. Андрей вот сюда плыл. Погнали за Андреем. Подожди, да? Погнали. Сюда. Он плыл давай, сюда. Давай, Андрей, давай. А, вот Андрей. Андрей мертв. Ага, тупой. Андрей мертвый. Идиотина, а тебе что сказали? А как он умер? А я не знаю. Погнали. Может, рыбка какая-то убила. Погнали вот сюда. Мне кажется, его явно кто-то убил, Паша, 100%. Нет, уходи, уходи. Блин, ну это нереально, слышишь, вообще никак. Если эта штука постоянно подплывать будет, она постоянно... О, я взял мусор. Я повез его обратно на корабль. Пока. Пошли вместе. Подожди, стой. Я вот мусор какой-то взял, мне кажется, его мы сможем... Ну, Андрей реально тупица, просто взял, заруинил игру, все. Ну как это понимать вообще, а? Сраная. Давай, я как раз захиляюсь, я отнесу это на корабль, и как раз нормально можно будет продолжать вылазку. Слушай, ну а пока мне нравится. Кислород у них заканчивается. А, реально, кстати, сори. Ну вот, кислорода у нас, походу, на 8 минут. Мы можем здесь кислород пополнять. Бэмс. Все, ага. Хилочка. Да, вот здесь кислород пополняется. Так, давай, смотри, поплыли туда же, потому что там мы уже разминировали вот эту одну рыбу какую-то, да, которая это кусалась, скажем так. Ну а как она, если она взрывается, то как иначе-то? Олег, а что тут можно драться на левую кнопку? Ну, я знаю, но только не со мной, пожалуйста, хорошо? Ну вот Андрей реально тупица просто. Друг друга того. Давай пробовать идти дальше. Давай, давай. Я пока ничего не вижу. Так, тут пока что все нормально. О, подожди, там что-то красное горит. Стул можно взять? Стул можно подобрать! Кислород есть. О, подожди! Паша, иди сюда, иди сюда. Иди сюда. Ё-ба! О, там что-то было! Там что-то было! Там что-то... Подожди, вот это что? О, это что такое плавает? Паша! Паша! Съебывай. Быстро, за мной. Наверх. А где я? Вот сюда. Где? Нет, меня убили! Вот так. Ёбаный, пошли вы нахуй. Меня... Нас что съело вообще? Это что такое было? Ну, это первая вылазка пробная. Погоди, а вот эти предметы, смотри, да, которые мы подобрали. У нас, по сути, смотри, нет, мы можем... до свидания. Ну вот, у нас еще... А, это гнилая рука, смотри, какая-то гнилая чья-то рука. А тут с ценником, да. Если с ценником, то значит можно продать. Ну вот да, нам вот это надо вот сюда вот все продавать, вот это по идее как-то, да? И тогда мы сможем... Только подожди, только я не понимаю, как это продать пока что. Короче, я понял, как эта тема работает, но только, блин, нам реально предметы нужны, потому что мы без них вообще ничего делать не можем. Нам реально нужно какое-то оружие, потому что там распугивать этих монстров, это вообще забейте, там реально надо это делать. Так, только ну, подожди. Для этого, конечно, предметы. Предметы куда продавать? Вот предметы куда продавать? Или потом это нам просто зачтется? Где мы сейчас находимся по радару? Так, штурман! Давай, поплыли! Так, нам полный ход нужен, полный ход, врубите кто-нибудь, слышите, где он там включается, полный ход? Левее. Во, идеально. Идеально. По тормозам? О! Это что такое? Стоп, подожди. Я не понял. Это что было? Вы слышите звуки какие-то? Да. Так, ладно, вроде нормально. По-моему, Олег, это Левиафан. Не, нормально. Плывем дальше. Так, прямо и направо. Прямо направо. Чуть правее. Я забылся. Правее, штурман, берем правее. Рот закрыт. Ой. Блять. Что происходит? Нас ебут, по-моему, Олег. Подожди, еще правее бери. Левее. Что вот это за оранжевые точки? Это какие-то бонусы или что это такое? Так, но место вылазки у нас слева. Давай лево руля. И по тормозам. Все, молодцы. Так, смотрите, все, значит, мы пришортовали сейчас, получается, да? 8 минут, пацаны. Во, смотри. Ехала, быстрее. Стой, подожди, мы можем вот это продать, нет? Ну вот, как-то надо закидывать 100%. Как-то это закидывается просто и все. Ну-ка, подожди. Как это сделать? Мне кажется... Может, ударить по ней?
Смотри! Все? Понятно. Раздробил прям под. Подожди, прям вплотную, погоди. Ну-ка. Не знаю. С рукой сработало, так не работает. Ладно, парни, не будем терять времени, потом разберемся обязательно. Давайте пока что поплыли. ХП-шечку делаем. Открываем шлюз и. Вылазка начинается. Будьте начеку, будьте реально максимально аккуратны, потому что мы не знаем, с чем мы можем тут столкнуться. А ты почему такой дрыщ-то здесь? Нормально. Главное, если увидите рыбку, которая. Работаем, команда дрыщей. Давай, 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 давай. Погружаемся. Аккуратно тут. Тут мины. Пиво! Паша, пиво! Там коровы, смотри. Ну-ка. Реально, смотри, фига. Что это за место вообще такое? Это скотобойня. Стой! Андрей, уходи, это угорь! Это угорь, электрический угорь! Я вниз. О, я бью его, помоги! Его можно взять, нет? Я его бью, помоги мне! Как ты... Тихо, лежать, не рыпать! Паша! Паш! Где Паша? Нет, я опять остался один. Андрей, ну-ка, как ты умер? Лежать, говорю, не рыпаться, понятно, блин, а. Так, ну там, походу, что-то прям... Ой! Лежать, говорю! Кто там такое могло убить Андрея? Объясните, пожалуйста. Голову взяли? Где это? Что за место вообще? Без паники, самое главное, просто без паники. Надо уходить. Нет, только не ты! Нет! Что меня бьет? Отдай! Отпусти! Блин, засранка такая! Помогите! Я не могу умереть просто от леща какого-то! Что это? Я не могу выбросить! Отпусти! Ничего не могу с этим сделать! Ну это идиотизм! Отпусти! Пиво! Так, ну я сейчас умру! Это бред! Как здесь выживать? Я просто не понимаю. О, 30, долларов, 30 баксов заработали. Это что такое, подожди, у нас? Олег потом и отсосал. Ну да. Кто понимает, у меня, короче, в руке была чья-то голова. И к этой голове прицепилась какая-то пиявка просто. И она не отпускала меня вообще. Это как пиявка, скорее всего, в этом. Скорее всего, так же это, наверное, и работает. Так, штурман! Штурман, за управление! Давай, за штурма быстро! Тоже у нас там. Вот. Хорошо, еще левее. Алло, Олег, нас полиция разыскивает. Чуть правее, чуть правее. Ага. Чуть левее. Ага. Олег, полиция! Что за полиция? Я не понимаю! Назад разворачиваемся! Ну, да? Ага. Это реально полиция? Да! Это реально копы. Видишь, там звездочки прибавляются. Это реально копы, слышишь? Прямо, подожди. Я правильно понимаю, эти желтые точки, это копы? Серьезно? Прямо, сейчас просто прямо. О, приближай, лево руля. Ретравил дата. Подожди, а что? А, нас спалили. Да, а, вот как все. Это работает. Все, я понял. Нет, теперь все точно понятно, как это работает. Вот теперь я все понял. Ну окей, ладно. Сейчас по новому начнем, сейчас все будет нормально. Так, ладно, команда, нам дали второй шанс. Значит, смотрите, все. Так же работает. Значит, Андрей за штурвалом, Паша за скоростью, я за радаром. Да, потому что теперь... Паша уже обосрался. Теперь я понимаю, что такое вот эти вот красные точки на карте, оранжевые. Так, скорость можно, пожалуйста, включить? Что мы на месте стоим-то, а? Да, смотрите. Тут написано то, что нам нельзя попасться полиции. Это раз. 6 звездочек это смерть, вот как раз таки мы их и собрали. И нам надо собирать части тел и относить их сюда в шреддер, чтобы отказаться от улик. Правее! Ну куда? Ну елки-палки, зеленые. Левее, лево руля! Еще левее! Все, правильно. Максимум, нормально. Просто прямо, прямо полный ход. Нам надо уйти от хвоста. У нас на хвосте копы висят, ну я че. Идиот, да, блядь, я Паша кулаком, прямо, блядь. Просто левее, чуть-чуть левее, прямо. Чуть-чуть правее. Все, сейчас приедем уже, пацаны, сейчас все будет. А нас прям копы сопровождают, вижу, вот С2 точка, смотри. Стоять. Так, и по тормозам. Тормоза. Все, влазим. Паша, еще раз оставишь свой пост, лично в ебло там кулаком. И нахуй. Так, подожди, что, а вот, вниз тяни просто рычаг. Все, погнали, пацаны, все. Сейчас, смотрите, надо собрать как можно больше всего полезного. Так что давайте. Легко. Не умирайте тупо, вы каждый раз тупо максимально умираете. И хватит пердеть, блин, на дорогу. Я очень правильно умер. У нас в сетке что-то лежит. О, реально, смотри, у нас в сетке есть. То, как забрать это? Олег, может... это москитная сетка. Подожди, может вот так заплыть? Можно. Реально, смотри! Я что-то забрал. Подожди. Я забрал. Проб, смотри, карточка. Вот, возьми. Мы, походу, когда плаваем, мы это забираем и все. Я пошел это. А где Паша? Паша, ты куда пошел без нас-то, без команды?
Это Паша там кричал? Умер, походу, он умер, да. Ну я же говорил. Андрей, смотри, что там происходит! Андрей! Нет, нафига! Закрыть шлюз! Тихо, она сюда придет. Она сюда. Тихо, подожди. Она сюда придет. Олег, нет? Это надо забрать, Олег, надо забрать. Нет! Я закрываю шлюз! Все! Ублюдки ебаные, открой! Нет! Не открывай дверь! Не открывай дверь! Не открывай! Нет! Гандоны! Нет! Идиот! Закрыть! Закрыть! Это что такое? Пацаны, лапка. Пацаны, это что такое? Пацаны! Я ее лапку бью! Пацаны, как... Бей! Мы же не выберемся теперь отсюда! Мы же просто так не... Так я ногу отдаю! Давай! Все, ногу отдали! Отлично! А Паша... Паша там застрял, смотри! Долбоёбы! Паша, открой! Открой дверь, Паша! Открой дверь! Ой, блядь! Не открывай! Не открывай дверь! Не открывай! Не открывай! Как? Не открывай дверь! Так там же наш друг! Идиот! Блядь! Нет! Блядь! Нет! Олег, бей! Пью! Нет! Уходим! Пацаны, бросаем корабль! Пацаны, на выход! Я дверь открываю, на выход! Просто все на выход! Сюда! Я внутри! Закрываю! Закрыл! Пернеть! А все, она отжала корабль! Это был хай-джекет. Не, пацаны, еще можно выбраться. Пацаны, она отжала корабль, что делать? Вот это что такое? Я ключ-карту какую-то нашел, какие-то глазки. Олег, мы подарили корабль, так что. У нас еще 5 минут есть, мы так-то можем что-то, наверное, сделать. Да погнали, там хоть немного порыщем что-нибудь интересного. Ну да, кстати, мы ее убрали, теперь там безопасно. Ну вообще, по сути, да. Слышь, Паша, ты где? Где Паша? Я тут плаваю всяко. А, уходи! Не-не-не, тихо. Она поплыла. Давай вот туда не пойдем. Вот куда она поплыла, туда не пойдем. Гнали просто сюда. Вот тут лосось. Нам лосось не нужен, разве, не? Пацаны, лосось. Нет. Тул, кстати, можно забрать. Для чего я только? Ну да, наверное. Можем глубже, сверху спуститься. А, нет, это водоросли. А, это водоросли. Вот, а вот рыба, вот. Пацаны! О, нормально, кстати. Нормально, выжили. Задоджили ее. Ну я не знаю, нет, ты понимаешь, все, что мы сейчас найдем, это, конечно, здорово, классно, да? Но, блин. О, смотри! Я нашел что-то! Что? Это шашлык какой-то! И вот тут нога. Ногу бери! Погнали обратно на корабль, возвращаемся! Вот это продать это можно! Я что-то взял! Вот это, а вот это что такое? О, мусор еще, смотри, вот это что такое? Да мусор так, вот. Надо. Погнали туда. Олег, рыба скуф! Я не знаю, куда мы сейчас придем, пацаны. Ну давайте. Трусы красные и фиолетовые. Я подобрал какую-то Пацаны, вот это взять! Пицца! Взял? Я взял. Погнали, возвращаемся на корабль. Наверх поднимайтесь просто, наверх. Так это же мусор вроде, нет? Не-не, мне кажется, мы тут сможем выбраться по-любому. Но вот эта штука у нас там есть на корабле уже, мы такую находили. Да. Куда мы? А я там еще что-то отыскал. А где мы? Мы вернулись обратно, мы отсюда. Пошлите за мной, да. Я знаю, как выбраться. Я знаю, где выход. Вот здесь. Нам надо торопиться, у нас 3 минуты, и кислород заканчивается. И еще это, блядь, там Ну вот там еще вот корабле. Это вот. А, уродина мы сейчас выглядим оттуда, все нормально. Так, будет. По идее вот так вот, и по идее вот да, так да, вот. И все, и наверх. Блин, ну как, пацаны, что делать? Вот нам как вот сейчас быть, скажите, пожалуйста, просто. Не знаю, легко. Не знаю. Она ж там реально захватила нашу субмарину просто сейчас. Проститутка. Так, ладно, хорошо. А как вы так... Я нажимаю на пробел несколько раз, он меня делает так, и потом останавливается просто. Устает. А, я... Ну что, я не знаю, что делать. Открывайте. Да похуй. Может, она уже... Может быть, ее там уже нет? А, реально нету. Нет, есть! Нет! Сдать просто надо все! Быстрее! Я поебал ее! Это не помогает! Помогает! Ой, блядь, 3 скп. Ай-яй-яй, помогите, мужики, дайте вылететь! Я сдал всю еду! То, что мы нашли, пиццу еще! Бей ее, летись, бей ее! Нет, выгоняй, выгоняй! Надо выгнать ее! Давайте выгоним ее с корабля! Давай! Просто батите! Батите! Да, пусть она сюда выплывет! Просто она сюда выплывет! Все тут... О, давай, все внутрь! Быстро! Наплывай! Дверь! Закрой! Закрыл! Пошел нахуй! Найс! Все эти деньги свои! Так, подожди, пицца еще была, нет? Нога, во-первых, смотри. Бэмс.
Все, это мы. А где пицца была еще? А вот пицца. Все, это вот сюда. Все, отлично. Мы можем просто с якоря вот так вот встать, смотрите. Дверька закрылась у нас. И. $260! Мы заработали! И у нас одна звезда. И нам одну звезду дали за это. Видите, в чем прикол? Так, ну хорошо. Мы можем что-то купить, смотрите. Мрази, стукачи крыса. Подожди, мы можем что-то купить. Погоди. Что у нас? Смотри, у нас есть лазер катер. Оксиджен, но это не надо. У нас есть. О, мы можем тележку. Давайте тележку купим. О, подожди, ты вел, как ты это сделал? Через нумпад, с которого у тебя нет. Не, у меня есть, у меня есть. Ну давай, все. А вот смотри, корзину. Фига, корзина, пацаны. В нее 8 предметов можно положить. Так, давайте, все, двигатель запускаем. Полетели, поплыли, точнее, дальше. Давайте, полная мощность и вперед! Может быть, губку Боб найдем еще, слышите? Или спанч Боб. Ну, как ладно, одно и то же, ну ладно. Может, встретим реально. Так, парни, все, мы приближаемся к новой, к новому месту дислокации. Чандрюк, на счет 3 по тормозам нажать надо будет. Раз. Да, два, давай. 3. Все, тормозим, тормозим, тормозим. Тормоза, врубаю. Хорош. Так, там копы приближаются, надо якорь быстрее бросать. Быстрее якорь бросать. Все. Все, найс. Так, тележку берем. Тележку берите с собой. Тележку берите с собой. И поплыли. Беру, беру. Давай, давай, прям с телега. Смотри, он просто реально стелег. За покупками. За покупочками. Так. Вот тут сразу большой комплекс можно залутать. Вот это, смотри. Ну-ка. Нет, назад. Там справа рыба, которая взрывается. Ладно, давай вот в этот вход. Вон она, подожди, она прям. Надо ее задоджить, погоди. А нет, там гигантская рыба плавает, пацаны. Гигантская. Смотри, 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 там огромная плавает. Вижу, вижу. Пацаны, пацаны. Она вылезает. Парни, мне кажется, с ней лучше не связываться. Она нас будет преследовать. Она нас будет преследовать. Собираем, собираем, Олег. Подожди, она сюда пойдет за нами? По-любому пойдет. Ладно, надеюсь, что нет. Так, вот, вижу. Нет, Андрей! Давай, давай, сюда, сюда. Олег. Давай, в корзину. Подожди, а как... спасите меня! Как, о, положил. Подожди, может, реально можно его спасти? Погнали, попробуем. Андрей! Да, что ты нахуй? Ебучие ублюдки, спасайте меня! Нет, 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 нет. Тут еще одна тележка, нахуй мы покупали. Где? О! Олег, забирай тележку. Наша мина, Паша! Блять! Все нормально, все нормально. Ой, дурак, блин. У меня 3 хп, правда? Ну вот и все. Вот, ну вот опять сейчас умрем тут, а. Ну не доедем же мы до конца. Ну вот никак же не получается у нас-то, а. Так. Олег, легко доедем, легко. Погнали дальше. За мной, за мной, за мной. Плыви просто за мной. Помогите, мужики! Ты жив, Андрей, или нет? Что у тебя? Да. Что у тебя? Осьминог огромный опять. Осьминог! Блять. Боже мой. Тут тупик. Тут это, тут тупик. А где ты, Андрей, где ты? Да, блядь, он снаружи, Паша, он снаружи. Нет! Нет, Паша, назад! Я назад плыву. Только не пиявка. Только не пиявка. Только не пиявка. Только наверх, 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 наверх. Только не пиявка. Только не пиявка. Паша! Чё? Ты жив? Блин, где? Мы потерялись, блин! Я заплутал. Да тут лопи... О, стой, я сзади тебя, сзади тебя, сзади тебя. Гад, ты выплыл, блин, испугал меня. Вот, нам вот сюда. Нам Андрея надо найти, он говорит, там осьминог какой-то плавает снаружи. Да, блядь, да пошел он нахуй. Погнали, стой, погнали, снаружи выберемся. Андрей, ты жив? У меня кислорода нету, нихуя. Погнали, вернемся. А что ты тележку-то не забрал? Да нам не нужна вторая теле... Паша? Ты что? А? У нас проблема. Куда ты плывешь? Тут ебать мой хох, тут вообще говна. Корабль! Андрей, где корабль наш? Назад, назад. На корабль, на корабль, на корабль, на корабль, на корабль. Андрей, открой, открой, Андрей, открой, 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 Андрей. Да вот тут есть кнопка, что ты понимаешь. А, у нас есть кнопка, я думал... Здорово, чушпан, ты чё, блин, а? Здорово! Пугался, что ли, а? Да так, мы вообще-то мы... ничего не взяли, Олег, у нас ещё 4 минуты, давай возьмём. Корзину берите, ну, корзину берите, чё вы, поплыли с ней. Вот. Дверь открывай, погнали, давайте, всё, главное не стать, мужики, давайте. Не раз делали уже это, ещё раз делаем, ну. 4 не минуты, хочу делать 4 это. Минуты ещё есть. Да не извини, да своими яйцами, кокушками своими ебучими. Погнали, погнали, погнали просто за мной. Олег, смотрите, у тебя яиц нет. По центру вот этот осьминог. Гнали за мной, просто за мной. Налево сейчас просто сразу резко. Долбоёб. Нормально? Ну конечно, на, меня. Помоги! Ударь её, ударь её, ударь её! Всё, нормально, нормально, нормально. Помоги! Бегу, бегу, бегу! Отдам! Всё, найс. Ташлык, бери голову! Или нет, вот-вот, куст бери, куст бери, куст бери, куст бери. Он очень дорого стоит, бери его двумя руками. Как его не взять? Вот. А, вот. Погнали, надо возвращаться на корабль. Мы это очень... Сейчас, смотри, сейчас надо ударить её. Все, найс. Нам надо найти выход отсюда. Вот, вот здесь наверх можно подняться. Где осьминог? Осьминог же где-то должен быть. Не знаю, надеюсь, он не на корабле. А, он у Паши, зарежь, осьминог у Паши. О, вот это, пацаны! Пацаны, огромная звезда, пацаны! Копы на хвосте, смотри! Заходи, все.
Оплыли. Ладно, давайте, все, надо сваливать. На копу на хвосте, пацаны. Копу на хвосте. Не-не-не-не-не, назад. Давай, 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 все. Возвращаемся. Блять, Паша, скуф, вернись. Они реально, слышишь, смотри, это реально. Это если мы не справляемся за время, то есть получается, копы нас догоняют просто и все, да? Уходим, ну пожалуйста, откройте. Давайте. Все сдаем. Все нашли. Все, что награбили, все сдаем. А стул, мне кажется, нельзя туда закинуть. Да, стул нельзя. Только вот части тела вот эти и все. Все, уплываем, пацаны, минута осталось. Мне интересно, за сколько мы куст с вами продали. О, 60 баксов. 60 долларов, я понял. Ну как-то маловато. Как-то реально маловато. Я думал, подороже мы все это продадим, если честно. Ну что ж, друзья, я думаю, для первого ролика сегодня точно достаточно. Мы познакомились с вами с новой игрушкой, и я надеюсь, вам она понравилась. И вы хотели бы увидеть продолжение. С вами Сайбок, за Олежа Кофе, Андрюшенька Эндифа и Паша Квинс. Огромное спасибо за все. Всем до скорой встречи, всем пока-пока. Всем пока-пока. Пока, в 9, блин.